И снова всем привет, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и также гости моего канала. Так, на балансе у меня 15 тысяч рублей. И хочу я сходить сегодня в три семерочки, по пятихатке. А вы тем временем не забывайте подписываться на мой канал и, конечно же, ставить лайки. Также ссылочку на все игры оставляю ниже, закрепленной в комментариях. Проходим, не стесняемся. И поднимаемся вместе со мной. Но только поднимаемся. Так, есть у меня X4. Отлично. И у меня 16 тысяч было на балансе. Так, что же сегодня дадут три семерки? Да, 1,5. Есть X2. Уже получше. Так, тут не повезло. Так, 15 тысяч. До 15 дошла. И, пожалуй, я закончу на этом с тремя семерками. И зайду я в кристалл. Зайду в кристалл также по пятихаточке. Также по 500. Посмотрим, что дает кристалл сегодня. 550 на 50 рубликов больше. О, 1050. Отлично. Отлично. Да, блин, 250 уже. Замечательно. 2200. Кристалл прям с первого раза неплохо выдал. 250. Дает. Что очень-очень радует. Девятьсот рубликов. 1850. Блин. Классно. Кристалл, ты сегодня такой в ударе. Я смотрю. Так, тут слив. Так, что зависло? Что-то у меня подзависло немножечко. Пятихаточка. Двести пятьдесят. Что какие-то непонятные суммы вообще. 400 рублей. Что ты маловастенько стал давать? А так все хорошо начиналось. Так, ладно. Соточку последнюю попробую. Если ничего не дает, то выхожу отсюда, выхожу и иду в скрич-карт. Пойду в скрич-карт, начну с пятихаточки, попробую прям вот с пятихатки. Так, якоречки, замечательно, прекрасно. Есть X20, 22500, отлично, и 7,5 косарей я уже подняла. Замечательно, просто прекрасно. Просто прекрасно. Блин, надо было мне уменьшить. Да, сейчас я уменьшу ставочку. Уменьшу. Я думаю, что сейчас после такого прям вот заносика будет сливать. Так, 20 косарей. 20 тысяч. Ладно, иду дальше. Попробую рискну. Посмотрю, что с этого получится. Как говорится, кто не рискует, тот... Тот. Так, пока ничего. Идет слив. Блин.
Да, зря, конечно, я это сделала. Х4. Ну, даже двадцатника теперь. Мне даже мой двадцатник не вернулся. 22 000 было на балансе. Дорвалась, короче, я дорвалась. И опять творю какую-то дичь. Надо было забирать 22. Хотя бы двадцатник, да, хотя бы двадцатник надо было забрать. Ну, что ж, теперь иду дальше. Что теперь поделать? Да, конечно же, я сглупила. Ну, иду до 15. Если ничего не ловлю, то ухожу отсюда. Так, Х4 я поймала. Неплохо. Блин, вот пушечек бы, да, пушечек бы не помешало. Совсем бы. Х2, 16 000. Х6. Неплохо. Их снова Х6. Отлично. Отличненько. Совсем-совсем неплохо. Так что, может быть, попробовать удвоить ставочку. Удвою. Х4 сразу. 19 косариков. Замечательно. 18 000. 18. Так. И у меня Х8. 4 000. 21 000. 21 000. Ну, еще два раза. Два раза я. Х2 следом. Прекрасно. Х4, 22 000, 22 косаря. Ну что, попробовать все-таки до 20. Может, что-нибудь поймаю. Да, до 20 я все-таки рискну. Что-то мне не имется. На 2 косарика еще. Еще. Рискну. И последний раз. И ничего. Ну что, 5 косарей, 5 косариков. Неплохо. Неплохо, больше рисковать не буду. Ну что, ребят, всем пока, удачи в играх, увидимся.